К другим темам. В Центре культуры и досуга «Современник» города Клинцы состоялись 7-е рождественские образовательные чтения с международным участием на тему «Великая победа. Наследие и наследники». Заседание возглавил епископ Клинцовский Трубчевский Владимир. Президиум также составили представители законодательной и исполнительной власти города, депутаты областной думы, советник губернатора Брянской области по делам религии. В числе почетных гостей также присутствовали представители Братской Белоруссии. Приветствуя участников форума, правящий архиерей подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы наша история была переписана. Для нас, ныне живущих, поколение победителей, эта памятная дата является не только воспоминанием и торжеством победы во Второй мировой войне. Это нечто большее. Это избавление, которое вошло в генетическую память нашего народа. Да, были яркие победы. Была Куликовская битва, Полтава, Бородинское сражение. Но победа в Великой Отечественной войне – это нечто большее. Практически не осталось живых свидетелей той страшной войны. Однако мы, люди церковные, не только помним нашу историю, но возносим свои молитвы за всех воинов, живот свой положивших на алтарь Отечества. В рамках чтений состоялось награждение победителей регионального этапа ежегодного всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с молодежью за нравственный подвиг учителя и творческого конкурса «Красота Божьего мира». Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Клинцовской епархией и филиалом Брянского областного казачьего института технологий и управления в городе Унеча. Учебное заведение проводит работу по духовному окормлению студентов, является соорганизатором казачьих мероприятий, проводимых на Брянщине. По окончании мероприятия были вручены сертификаты участников и памятные подарки.